Всем привет, ребята. Итак, Watch Dogs 2, тыры-пыры. В предыдущей серии набрали мы, короче, кучу второстепенных заданий. Я думаю, что это всякая мелочевка, которую мы вообще на раз будем выполнять. Но как бы то ни было, давайте и займемся. Так. Где оно у нас все? Дополнительная операция. Любимая игра. Да, вот это нам круто попалось. Про ролик из Ubisoft. Погнали. Так, ближе всего будет отсюда. Будем ролик у Ubisoft воровать. Окей, вот это мне нравится. Я раз мы их так много взяли, я чувствую, что выполняться они будут быстро. Я на листочек выпишу название. Так, это мне не надо. Круто! Ну, точнее, по факту завершения я буду выписывать. Но, возможно, именно вот с Ubisoft оно будет длинное. Ну, посмотрим. Не могу упустить возможность безнаказанно поиздеваться над копами. Так. Ага. Я уже знаю, как мы туда будем забираться. Здесь уже у нас есть хоженая тропинка. Мы куда-то залазили просто этим путем, вот я прям помню. Или, может, я, конечно, что-то шароебился по городу, как-то забрел сюда. Ну, хрен знает, но что-то как-то больно знакомо. Че это за, опять же, за жесть с камерой началась? Че она, как, не знаю, топором пришибленная. Да. Че за... Так, че это за говно сейчас было? Да фак, да че происходит? Готов поспорить, что это все из-за того, что я игру сворачивал до этого. Так. Ну, Маркус, что Юби нам готовит? Я вижу ноутбук, но я просто думаю, так, может, что увидим. То есть тебя не смутило, что дверь открылась просто так? Интересно, а у Ubisoft реально столько камер? Ну, просто странно для офиса столько камер. Все, что ли? Ну, ждем новых фолловеров. Я займусь. У меня есть связи. Уже вижу заголовки. Новый трейлер отстой. Новый трейлер супер. И новый трейлер норм. Пишешь рецензии на досуге. Это. Блин, управление... Нет! Управление залипает. Не знаю, почему такое происходит. Но это жесть, короче, какая-то. Так, ладно. Идем дальше, что у нас.
То есть он сейчас реально чуть не упал, он сам просто бежал дальше, и все, ему как бы насрать было. Так, ладно, дополнительная операция Prove Blues. В счетах Prove... А, Prove Blues. А, Prove Blues. Ну-ка, надо записать. Я слушаю. Что у вас случилось? Ха. В счетах провиблю определенно что-то не так. Нам нужно получить доступ к их серверу, чтобы вам понять, что к чему. Успокойся. Это, короче, я помню. Мы увидели, ну, шли по улице и спалили, как там один мужик жаловался на то, что, короче, у него бабки после страхования в этой фирме что-то там по какому-то сомнительному пункту договора, короче, уходят в никуда. Так, ну вроде мышка отмерла. Ну, вроде бы. Ну, я слежу за ней. Я вообще думал, что мы там будем сами по офису Ubisoft ходить, но, как видите, что-то не сложилось. Prove Blue Bank. А, черт. Этот урод заставил меня пройти вперед, предупредил всех. Чё? Ну ладно. На это вполне обосновано, Джим. Ты сунулся в личные дела сотрудников. Да брось! Там все личное, публичное! В IT-отделе есть правила. А ты узнал личный телефон Тины и стал названивать. Так нельзя. Это был безобидный флирт! Брось, Боб, я ведь... Извини, уже все решено. Твой пропуск заблокирован. Доступ к Prove Blue закрыт. И скидки на фитнес тоже не действуют. Если ты оставил вещи в офисе, их вышлет HR. Черт. Охренеть. Ситара, плохая девочка. Что? Этого парня сегодня выперли. Его пароль протух. Упс, пардон. Ха, у Ситары нюх на тухлятинку. Я рассчитываю на тебя, детка. Давай, свежачок. Я же извинилась, боже. Вот, на. Еще один из Prove Blue. Точно? Да, точно. Точно, приточно? Иди ты в жопу. Просто достань чертов пароль. Далеко ехать. Ну, совсем рядом. Ой, ёб твою мать. Да чё ж за нахрена? Тормози! Прив, Шерри, ты засейвиться забыла, чёрт. Залогинься и сохранись. С удалёнки я не могу зайти. Дерьмово. Зайди за меня, пароль супертёлка. Кто бы сомневался. Все? Ух ты! Что с... Все, пароль у меня. Ты отметила мне Prove Blue? Конечно. Да? Уверена? Они могли переехать. Да черт тебе дери. А ты крепко влипла. Отлично. Так, а где вход? Через сюда, может быть? Судя по всему, да, учитывая, сколько тут охраны. Нет, меня не видно. Хе-хе-хе-хе-хе. Не все сюда! Да, сука. Высылаю описание объекта. Фак. Должны успеть. Хотя будет очень паршиво, если сейчас мы будем лазать там, а нас грохнут.
да, вот, вот это я имел в виду. С него вроде хватит, я не прав? О, да. Он однозначно сделал все, что мог. Вице-президент про Виблю. Так, и к чему это все приведет? Воу! Военные действия у меня тут идут. Получили доступ. Анализируем данные. Нужные данные? Последние данные? О-ха-ха. Сначала это было смешно. Теперь это глупо. Ого. Они отслеживают каждую покупку. Купишь чипсы или пиво, или бургер, и тебе сразу поднимут ставку. Вот какие риски. Риски остаться без гроша. Поменяйте-ка их алгоритм. Уже. Теперь после подобных покупок ставка будет понижаться. Как бы директора и его зама натянуть. Они пользуются арендой лимузинов. Можешь выследить. Я отметил. Огонь. Так, моя верная моторага, поехали. Так. Так, 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 так. Ага, вон, вижу. Не сразу в глаза бросается эта решеточка. Запускаю вирус. Есть данные GPS на этих двоих. Сначала зам. Так, а приблизиться к заместителю директора. А его как бы не смущает, что за ним кто-то едет? Разве... Тихо-тихо. Алло, малё. Городовой японский, ты куда? Рванул. Охренеть. Ты чё, почуял чё-то? Блин, я так-то могу его стопануть. А, он что-то залагал, походу. Тихо, меня не трогай. Вот и все. Это оказалось легко. Информация по кредитке. Супер. Установи ему ту же страховую ставку. С каждым мартини его бабки будут таять на глазах. Сделал. А теперь за директором. Борода с камеры происходит. Фак. Блять, я бабу сбил. Вот почему она вот так топорно двигается. Сейчас вот бой. Ну это жесть, короче, вообще. А говорили вообще про аренду лимузинов, но они на легковушках ездят. Причем сами за рулем. Ну-ка стоять.
Воу-воу-воу-воу-воу! Алло, Вася! Придурок застрял. Сам вышел из тачки. Воу! Придурок. Да стой ты, куда подорвался? Вот и все. А тачку твою я заберу. Лошара. Он угоняет. Угнал же. Старинная монета найдена. А что здесь делать? Сбежать, а? А, это он от меня сбегает. Ну и, соответственно, мне от него подальше. Просто я думаю, что этот круг движется тоже. Что насчет него? Да тут пароль к тайным свиданиям. И он женат. Жене, наверное, будет интересно. Добавим ее почту к его аккаунту. Она получит оповещение о каждом свидании. Так весело. Ну, охренеть, вот этого зверя, конечно. А вдруг семья, вдруг дети взяли, семью сломали. Ну ладно, это я так утрирую, конечно. Так, что у нас дальше? Основная дополнительная операция. Вот это, по-моему, интересная какая-то была. Так, Монок — это наследие антихакерской операции, которую когда-то давно проводила АНБ. А, да-да-да, про китов, да, как они набирали. Все, я вспомнил. Вспомнил. Отсюда поедем. Так, как она называется? Это штуковина. Да, призрачные сигналы. Запишем. Готово. А, ну все, она у меня подсвечена даже. О, я прям вижу, на чем я туда поеду. Прям, можно сказать, с ноги зайду. Баумстер. Баумстейгер. Не знаю, как правильно, ладно. Но камера снова с ума сходит. Потрясающе. Если ее не трогать, нормально. Если я начинаю крутить, начинаются какие-то, блядь, фризы неадекватные. Так, с дороги. Блядь, так... не здесь надо было ехать. Тупая навигация, а. Обманула меня. Так, мне сюда, ребят, извините. А, мы вот... Я про эту терячку уже... Ну, как мне показалось, что терячку уже рассуждал. По-моему, в предыдущей даже серии. Так, окей, но я еще хочу заглянуть, что там. Там какие-то важные данные. Ой, что-то длинно как-то. Ну, давайте посмотрим, приколимся, куда это. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая-то вообще ёбань несусветная. Она по всему мосту идет, да ну нахрен, это... Ну тут коптером надо действовать, а там коробка, скорее всего, с деньгами, с оружием, ну не знаю. Но мне неохота заниматься этим.
Это бред какой-то просто. Слишком объемная задача. Ладно, надо как-то туда проникнуть. А, это что, не тюряга, что ли? Ха, странно, очень на тюрьму похоже. Я, похоже, нашел 52 герца. Кита? Компьютер. Молодец. Теперь уходи. Нет, я же только начал. И что, в брюхе зверя есть сокровище? Там главное не сокровище найти, а обратно выбраться. Ха. Ссылка какая. Ау. О, меня заперли. Иду тебя спасать. Не надо. Это точно 52 герца 2. Мне надо найти выход. Ты псих. Нет, я исследователь. 52 герца — это начало-начал. Без этой загадки не было бы цикады 3301. Задача Лунгрена. Ого. Кажется, ретро угорает по старью. Так. Блин, с такой, конечно, камерой особо ничего не поделаешь. Блин, как же неудобно-то. Так, так, так. Нам бы вот эту разблочить. Так. Ух. Сумасшедшая камера все усложняет просто в некотором смысле. Так, здесь есть. Вот. Блин, а как? Тогда здесь пропадают. Так, вот так. Может вот так попробовать? А, здесь не получится. Надо эту сначала открыть. Так, эту пока так оставляем, да? Так, она не дает притока. Походу. Так, это сюда. Здесь нам не хватает только лишь всего. Да что ж ты делать-то будешь? Сейчас здесь не хватает. Ну вот как развернуть? Делаем вот так, пропадает сигнал.
так и отсюда можно. Ага, хо-хо. Блин, а я туплю, не понимаю. Так, сейчас собираем по-нормальному. Так, сюда-сюда. Это сюда, это сюда. Так, вот так. Вот так. Это вот так. Все, открываем. Это сюда. Ага. Так, так, так. Сюда, сюда, сюда. Может, вот эту открыть? Она так не откроется? Нет, у нее с другой стороны замочек. Так, так, так. Блин. Так, надо, чтобы вот это смотрело туда. Так, так, так. Сюда, 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 сюда. Ага, ага, есть. Ага, особо без вариантов, куда ее развернуть, да? Так. Есть. Так. Фух, а чё, мне надо вот эту соединить с вот этой, что ли, или чё, что-то не оттупляю. Так, здесь есть, осталось с другой стороны открыть, да? Неудобно отсюда, ладно. Так. Так. Это должна смотреть туда. Так. Это сюда. Это сюда. Во. Открываем. Тык-тык-тык, тут есть, окей. Так, два есть, нужно третье, да? Так, вот так, наверное, можно сделать. Блин. Так, так, так. Только ну оттуда однозначно, потому что если мы здесь развернем, мы вот здесь потеряем тогда. Или нет, или да. Да, да что опять за залипание клавиш, блять.
Тык-тык-тык. Сюда-сюда. О, отлично. Фу. Да, я это сделал. Всем пока. Хе-хе. Вышел. Но это все? Нет. Во второй части загадки надо было выследить цель. Надо забраться повыше. Просканируй оттуда. Ну. Так, найдите ретранслятор на крыше. На какой, сука, крыше? А, то есть это у меня еще не все. Ага. Вот и все. Все? Мы молодцы. Ну, я ж туда не заберусь. Так, на секундочку, если. Ребят, ну, нет, серьезно. Как вы рассчитываете, что я туда полезу? Думаю, коптер не долетит так далеко. Сейчас уже потеря сигнала начнется. Или нет? Смотрите-ка. Успел. А, их вон сколько много-то. Нам, короче, надо спускаться тогда. О, как тут. Как тут прям для нас все поставлено. Опа. Опа, опа. Зеленая ограда. Спрыгнули мы с тюрячки. Я лучше моторагу возьму. Так, сейчас мы на пригорочку съедем. Ой. Тихо, тихо. Я так хорошо прицелился, блин. Попал. Черт. Попал. Да проезжайте, вам тут полно места. О, ну сюда не сложно. Попал. Ага. Источник сигнала где-то рядом. Чуть-чуть осталось. А, нет, уровень. Круто. Уничтожить следы присутствия DedSec. Маркус. Да? Почему ты на кладбище? Сюда след привел. Че, следишь за мной? Ну, нам всем стало интересно. Мы делаем ставки по саде для тебя. Кто ставит против меня? Никто. Вообще. Нашел. Думаю, это все. И что там в конце радуги? Наверное, приглашение в АНБ, как в первом задании. О таком не шутят. Так, и чё? Не видно ни хрена. Ну, блин, а куда смотреть-то?
Я не понимаю. Так, и входов-то нету, видимо, да? Зараза. Еще раз. И камер других не видно. Но я не могу попасть, я не знаю как. Ну, очень странно, если честно. Но это же в этом здании, ну, чисто логически, наверное, да? Может, V, если нажать, нам у нас получится что-нибудь. Все встало на свои места, надо было просто да заюзать клавишу V. Все, задание выполнено. Дамы и господа, Рейндж, перед вами победитель 52 Гц. Класс! Ну и что там в конце? Ну как сказать, меня взяли на должность ВНБ в обмен на личные данные DedSec. Маркус, я тебя ударю. Ну это вступительное задание, как я и думал. Я его перевыполнил и удалил все свои следы. И следы еще двух чуваков. Может, если АНБ им не перезвонит, они придут к нам? Будем ждать. Отлично. Так, ну что ж, подведем итоги. Мы выполнили задание «Призрачные сигналы», мы выполнили задание «Брови Блюз», вот оно, и выполнили задание «Любимая игра». Где оно? «Любимая игра»? Ты где? Вот она, да, про Ubisoft. Ну, а продолжим мы тогда в следующей серии. Вот, так что пока что я говорю всем пока. Ну, заканчивай давай. Все. Thank you.